мы узнали где-то за 2-3 дня до вылета сюда, в Сербию, что мы будем играть именно национальной сборной Анголы. Мы немножко испугались, потому что посмотрели ростер, посмотрели игроков. Есть здесь и Бруно Фернандес, который играет в NBA, у него 7 очков в среднем. И есть люди, которые на чемпионате мира набирали больше 10 очков в среднем. Заметная очень разница между нами в плане физики. Конечно, мужики взрослые, там, нам все-таки всем 19 лет, 18 и меньше. Мы старались где-то сыграть умнее, где-то остановить фолом. В целом, я думаю, у нас это получилось. Очень хорошо ребята играли сегодня наши, сражались с более атлетичными соперниками, но не испугались, вышли, самоотверженно били за каждый момент, эпизод. Конечно же, были ошибки. Мы предупреждали, что основная проблема может быть на подборе, что и показала игра, да. Конечно же, не остановили в некоторый момент быстрый отрыв, но как сегодня играли командно, иногда, конечно, чуть заигрывались, хотели показать себя, но когда мы двигали мяч, было просто нереально смотреть на них. Я их поблагодарил за это. Были шикарные передачи сегодня. Чуть-чуть не попали свои свободные броски. Но план был самое важное – выйти и сражаться. Сражаться умно, потому что физически они превосходят нас. Каждый день шаг вперед. Нам нужно двигаться, исправлять моменты. Будем проводить анализ. Еще раз повторюсь, потому что каждый день нужно учиться. И для нас была игра – это отличный, шикарный опыт с национальной сборной Анголы.